Фотографии людей, которые жили на территории Беларуси в начале прошлого века, являются ценными визуальными документами белорусской этнографии, истории и культуры. Исаак Сербов, белорусский этнограф 20 века, исполняя задания Русского географического общества, на протяжении 2 лет проводил фотофиксации в населенных пунктах Беларуси с акцентом на белорусское Полесье. Мы сами, музейные сотрудники, блуждая по нашему выставочному залу, когда уже мы подготовили выставку, честное слово, открывали для себя что-то новое. И гордились, потому что ценный исторический источник, потому что наши регионы, Беларусь, Брещина, опять-таки Полесье, вот, но на самом деле очень интересно. Оригиналы хранятся в отделе рукописи Вильнюсского университета в Литве. Коллекция состоит из 442 фотографий, экспозиция Брестского областного краеведческого музея включает 70 копий. Исаак Сербов старался запечатлеть то, что со временем должно было измениться или утратиться навсегда. В эту категорию попадали одежда, быт, жилье и традиции белорусов. Особа Исаака Сербова – это отметная особа с доследчиков, которые зробили шмат у доследования белорусознавства у другой половины 19-го и початку 20-го столетия. И на его фотоснимках, которые теперь являются такими раритетами, вельми каштовными, адлюстрована Полесье. Полесье как раз и заходнее, и усходнее. Тут есть фотографии Давыдгородка, Городной и многих других славутых таких полесских местечек, городов. Белорусский этнограф охватил значительную территорию нынешней Минской, Брестской, Гродненской и Могилевской областей. В объектив Исаака Сербова попали не только люди прошлого столетия, их одежда и быт, но еще и красота природы начала 20 века. Кроме того, фотограф экспериментировал. Я здесь для себя увидела некоторые вещи достаточно новые. То есть фотограф крутил модели в разные стороны. Вот. То есть это не просто съемка портретная, встали как встали и все. То есть он во-первых, пытался показать образ со всех сторон. Вот. Потом очень хорошие жанровые сценки, то есть постановка это вот просто вот шикарная. Но опять-таки она естественная для людей. И что мне очень нравится в старых фотографиях и в этих особенно, люди фотографируются с удовольствием. Выставка «Белорусы на фотографиях Исаака Сербова 1911-1912 годов» помогает ответить на вопрос, который до сих пор актуален для белорусского народа. Кто мы и откуда мы? Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.